Не поняла, кто бегемот? Я? Папа, ты видел морду бегемота, когда он кружился? Та-да-да-дам! Ну как вам? Ну все, с меня хватит! Рома, посмотри, какую мне игру принесли, давай скорее играй! Вау! А если ты тоже любишь играть в такие игры, то ставь лайк! Ребята, я себе тут такой наряд классный купила, я сейчас его померю и вы оцените. Да сколько можно уже эти наряды покупать, в шифонер не помещаются. Да конечно, лучше бы игрушки купила. Да ведь, Хелпик? Ага. Та-да-да-дам. Ну как вам? А с таким-то париком, так вообще красотка. Да ничего такой. А сколько он стоит-то вообще? Ой, он очень дорогой. Я его в бутике покупала. Ну ладно, в общем, я пошла. Кажется, она ушла. Рома, смотри, какая коробка. Думаешь, что это за животное? Да как, что за животное? Разве ты не видишь, что это сиреневый бегемот? Не поняла. Кто бегемот? Я? Ты чего? Мне послышалось? Или вы сказали слово бегемот? Да послышалось, конечно. Сказали, что наряд понравился. А вдруг соврали? Рома, мама не должна знать, что мы покупаем игрушки. Сейчас мы будем играть только тихо. Хелпик, будешь с нами? Не-а. Мне нужно срочно подслушать. Наверняка сейчас меня обсуждают. Да, вот это бегемот, как настоящий. Как думаешь, сколько настоящий бегемот может весить? Ну, килограммов 100, наверное. Что? Я, по их мнению, 100-килограммовый бегемот? Ну, сейчас я взвешусь и сфоткаю. Ром, правила игры следующие. По очереди крутим зонтик. Какая цифра выпадет, столько раз мы нажимаем на банку. Раз, два. Проигрывает тот, у кого бегемот закрутится. Папа, а я предлагаю на пузо ему поставить зеленую слизь. Посмотрим, у кого она прольется. Я первый кручу. 4. Раз, два, три, 4. Он чуть не закрутился. Раз, два, три. Теперь я. Тоже 3. Раз, два, три. Моя очередь. 4! Раз, два, три, 4! Ну, финал уже близко! Раз, два! У него надувается живот! Опять 4! Раз, два, три, 4! Фух! Теперь я! Раз, два! Хоть бы не я, хоть бы не я. Ха-ха-ха, 4. Раз, два, три, 4. Он вот-вот уже сейчас начнет крутиться, Рома. Ну все, походу я проиграю. Раз, два, три. А-ха-ха-ха-ха! Ты проиграл! Ну, я им сейчас предоставлю доказательства, что я не бегемот. Папа, ты видел морду бегемота, когда он кружился? Да, у него вообще смешная рожица. И щеки такие огромные. Да щеками-то что не так? Ну все, с меня хватит. Ну, что еще они скажут?
А живот-то какой огромный! Да-да, там как будто 1000 бургеров! Да разве, по их мнению, я такая? Я даже с ними разговаривать не буду! Ну, поиграли? Тебе понравилось? Да, понравилось! Тогда давай его спрячем и пойдем пить чай. Сейчас там тортик с тобой отрежем, вкусненький, печеньки там достанем. Пошли, давай быстрее. О, это еще что там такое? Рома, иди сюда, тут какая-то записка. Я обиделась на вас. Ваша мама с маленьким весом, нормальными щеками и худым животом. Я ушла гулять. Странно. Чего это она так? Не знаю. Ну тогда скорее пошли пить чай и дальше играть. Да.